Что, короче, ребята звонили, вот этот ваш комитет конченый. Нас, говорит, в этом, в Украине нету. Представляешь, мы на обучении. Ну, блин, мы знаем. Мы уже во все инстанции писали. Всем вообще все равно. Трупов вы тоже не дождались, и их вряд ли пришлют в ближайшее время. Чего не пришлют? Мертвых, мертвых. А их полно, и лебедянских, и липецких. Обалдеть. Игорек звонил, говорил, там у вас кушать нечего. Нечего, согласен. Вообще нет еды. У кого денег нет, тот, блядь, пшеницу с поля жрет проросшую. И у нас зэков привезли с тюрьмы. Ну. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд, блядь. Если кто назад побежит, замочим. Какой-то кошмар. Ну, а у нас так поставлено. То есть мы сидим вторые, охраняем первых. Сзади нас еще линия, туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально, свои пристрелят.